Не учив историю, Польша желает устроить кровавую бойню. Для этого она продалась Америке. Новый полигон готовится на польской земле. Именно для этого США вооружают нашу соседку, которая нагоняет все больше и больше военной техники к нашей границе. И мечтают, как начнут бороться с русским миром, а от нас еще и кусочек земли забрать. Но ведь обычно все их подобные планы заканчивались разделом Польши. Вот как бывает. Но, видимо, соседи, которые так хотят побороться с Белоруссией, забыли еще одну важную деталь. Вероятно, потому что не изучают даже новейшую историю. Граница Беларуси – это и граница союзного государства. И Россия в случае агрессии со стороны Польши в нашу сторону также ответит. Об этом говорил и Владимир Путин.